Девчулечки, мои красотулечки и мальчики-красавчики, вам тоже здравствуйте. Сейчас я вам покажу одни очень и очень бюджетные патчи. Берем крем и наносим толстым слоем себе под глазки. Вот так. Прям хорошо-хорошо. Продолжаем тоже на гусиные лапки. Второй глазик берем и также наносим прям в виде патча себе. Продолжаем даже на гусиные лапки, еще раз говорю. Теперь берем немножко кремика, вот так вот делаем и наносим на верхнее веко. Чуточку-чуточку, не тянем, аккуратненько-аккуратненько. Наносим на все веко. Нежными движениями. Опять отсюда берем немножко и наносим на верхнее веко. Ну как, я вас заинтриговала, девочки? Сейчас все... Ну что за крем? Ну что за крем? Сейчас скажу. Наносим, наносим. И так оставляем, девочки, минут на 10. Затем все эти наши патчи, когда проходит 10 минут, естественно, наносим на все лицо. То есть разбираем этот крем на все лицо. А этот волшебный крем, девчонки, называется «Вечер». Ну что, я думаю, многие не удивились, не удивились. Замечательный крем для век и лица, девчонки. Крем просто потрясающий. Натуральные составляющие здесь все есть. Я обязательно вот здесь, я все, девчонки, напишу. И мы начинаем разносить наш крем по всему лицу. Хорошо, хорошо. Мало того, этот крем очень хорошо питает нашу кожу, увлажняет. Аккуратно, аккуратно, девочки, аккуратно. Сделали себе небольшой легкий, девчонки, массаж. И если у вас что-то осталось и вам неприятно, можно промокнуть салфеткой и идти отдыхать. Ну вот, мои хорошие, что я вам хотела сегодня рассказать, девочки, показать. Девочки, подписывайтесь на мой канал, на YouTube-канал, а также не забывайте подписаться на мой Telegram-канал. Ссылку я оставлю внизу. Ну вот, мои хорошие, с вами была я, Рубцова Наталья. Люблю вас всех, мои хорошие. До новых видео. Пока, пока, пока. Не забывайте, скоро весна. Давайте владеть.